Okay. Did you close them? No, I'm waiting for you. I just closed like this. Did you take key? Uh-huh. They will meet us there. Okay. I understand now. I told him that we want to see all they are, what they do there. Да. Бело кабана. Вот мин бело кабана. Это наш... Что-то испанское. Название. Кабана, говорит, может быть, как вечеринка какая-то. Ну, в общем, в итоге мы думали 5000, 4500 за одну ночь комната. Вот эти вот домики. 4500, да? В нашем отеле. Бассейн, да. На мамин день рождения, говорит, мы можем остановиться Лотос Сутра напротив нашего. Не надо платить отель. I think for mama birthday already enough. Yeah. Travel. Yeah, yeah, this is good. Да, да. По-моему, мы уже так хорошо наездились. We will invite Igor and... Он говорит, на твой день рождения мы пригласим всех этих, тех. Знаете, на мой день рождения очень сложно кого-то пригласить, потому что, вот, ну, не знаю, конечно, здесь, потому что у меня день рождения 31 декабря. Обычно люди празднуют день рождения днем или вечером. Но это новогодняя ночь впереди. И, в общем-то, и все ее ждут. Никогда у меня не получалось нормальных дней рождения. Поэтому я уже и ничего, и уже и не праздную толком. Саши, конечно, все организовывает мне, пытается радовать. А я уже как-то это, может, с возрастом стала к этому всему равнодушна. Не дожидаюсь новых годов уже несколько лет, засыпаю часов в 10. Вот, может быть, сохраняется энергия таким образом. Сейчас мы на Калангуте. Гуа. Арт-хотель. Да. Это плаза, да. Пиццу мы уже сегодня поели, поэтому... It was good pizza, да. Теперь долго пиццу не захочется. Вот еще пицца совсем рядом с нами. Ну, хотя бы они вот этой стеной отделены от пыли. У них там какой-то даже такой порядочек, как в торговых рядах. Не так, как у нас в Арамболе. Прямо на проезжей части. Hi, hello, hello. Fine, thank you, how are you? Not good business. Да, не очень бизнес. Только лавочек, а покупателей нету. Вот мы прошли тут всего сейчас, наверное, 200 метров. He told me it's only 2 minutes to buy a taxi. Да. Вот такси Саши тогда нашел. You were here. Вот здесь. И мы туда проехали всего 200 метров. Две минуты. It was happy for him. Да. I was happy, no stress, mama. И Саши ему 200 рупий заплатил, но он говорит, я был счастлив. Уже не no stress, без стресса мы доехали, потому что заблудились, как можно, имея Google Map и будучи таксистом, это не использовать. Ну ладно, я. Can you check in Google how big population?
Чувствуется, что, конечно, Калангут гораздо больше, чем Арамболь. Я говорю, узнай в Гугле население местное. Сколько? Много таких симпатичненьких, приличненьких магазинчиков. Урбан-турбан. Смотри, какая вилла. Антик. Антик, да. Туда уже даже и дорога-то заросла. Но земля, несомненно, тут стоит огромных денег. Да и виллу так, если подкрасить. Да, большой дом. Елочка рождественская уже наряжена. Отель Дона Терезина. Терезина. Отель. Дона. Тоже какой-то старинный. Incense Gift Pack. Это ароматические палочки, упакованные для подарочка. 375. Амога Water Incense Sticks. 65. Ну, такой прямо хороший. Нам бы такой в Арамболе. Супермаркет. Прямо глаза у меня разбежались, понимаешь. Все есть. Так, на скидку просто пройти. Много всего, да. Мисочки. Моя любимая тема. $185. Пластик тоже моя любимая тема. Коробочки. Продукты. Горошек, кукуруза замороженная, мороженое, просто мороженое. Кстати, захотелось мороженое. Мороженое вон прямо вот ведра всякое-присякое. Сыра большой выбор. Мне здесь нравится. Батюшки, как в Финляндии прямо. Это что? Сосульки какие-то. Energy. Какой-нибудь энергетический напиток. Я думаю. Это, наверное, тоже. Тоник. Граппер. Граппер. Ройт. А это не мороженое, случайно? Йогурты. Нет, я куда-то не туда зашла в поисках мороженого. Мне прям понравился этот. Пошли.
supermarket. I like this supermarket. Моим котяткам. Ну, котяткам потом этот же тот же самый вискас пресловутый я смогу купить у нас. Это наши друзья Ранжит и Деви. Саши с ними уже, я не знаю, лет 40 дружит. Вот. И периодически раз в году они встречаются где-то. Ранжит по бизнесу объехал 70 стран. Он из Пенджаба. Мы у них часто бывали, еще и до блогерства. Ага. Не знаю. Сасрикал. Hello, hello, Devi. How are you? Fine, thank you. How are you? You change yes. again, very beautiful. Very, very nice. Sasrikal. How are you, Ida? Very good, very good. Я не знаю, друзья, вот они знаете, что пишут? Они пишут, что всего 13 тысяч населения Калангута. Такое бывает? Город в северном Гоа, штат Гоа, Индия, с постоянным населением 15 тысяч, известен своими пляжами, крупнейшими в северном Гоа, расположен на берегу Аравийского моря. Ну, 15 тысяч. Давайте сверимся с Арамболем. Арамбол. Арамбол имеет население около 5300 человек. Всего 5300. Ну, в общем, да, так и получается. В три раза меньше Калангута. Из вазочки вынул розочку мужчина и говорит, подари ей, подари. Деловые такие. Где Иракам. Ну, ача, тирай его, я апна пора. Коин, коин. И кой гала пе. Ой, бадари, дехо, у него и нал пагри, и кой ютуб те. Окей, окей. Yes. Thank you, папа. Бале, бале. Бале, бале. Thank you. Инзе, бале, бале. Саши, give you. Саши мне. Ну куда я его понесу? Пусть стоит тут. Это красиво. Такая красивая сумочка. Beautiful. У девушки. Окей. Окей. Nice to meet you. Bye-bye. Bye-bye. Ну вот здесь повеселее. This all your group? Yes. Это они приехали такой большой группой, 135 человек. Yes. Nice. Из Пенджаба. Сасрикал. He's my friend from Ludhiana. Uh-huh. So he's also in Herbalife. He's a big man. Ah. She's a wife. Hi. Oh, can you tell me? Такие высокие многие парни из Пенджаба, очень высокие, прямо двухметровые. Но вся эта группа как бы объединена одним интересом – Herbalife. Herbalife.
All friends. Hi. In Gujarat, Ahmedabad. My name is Irina. Rina. Irina. Irina. Uh-huh. And you? I'm Nita Rao. Amita Rao. Amita Rao. Nita Rao. Nita Rao. Ahmedabad. From Ahmedabad. From Ahmedabad. Gujarat, Ahmedabad. Yeah, okay. They stay all in this hotel? Yes, hotel. Yes. Uh-huh. Group, all group. And all group together because... There's 3-4 hotels. Because we totally have 150 people. Mm-hmm, mm-hmm. So now we're in maybe 70 people here. Another... 150, 70 здесь и в другом месте. Половина. Такие красивые девушки. Beautiful, very beautiful woman. He's our boss. А это босс. He's our boss. Hi, hello, Sasrika. 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 Yeah, I думала, I thought you boss, no? Yeah, he's my boss. Okay, okay. Nice. Very beautiful ladies. Yeah. Mm-hmm. Huh? Okay, no problem. Everybody make a healthy life with Herbalife. Yeah, yeah? Herbalife, yes. Uh-huh. He's the president of Herbalife. Да? Really? Yes. Это президент. Президент, вот это. Yes. Президент in India, this, да? In India, yeah. В Индии президент это... He's our guru. It's guru. Yes. And everybody become healthy and slim because use Herbalife. You can check this. Окей. Да. Вот они все похудели, постройнели, потому что вот они использовали Herbalife. Yes. Nice, very nice. Gurmukh Singh Vich. Gurmukh Singh Vich. His name is Gurmukh Singh Vich. Gurmukh Singh Vich. 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 Yeah. Так его зовут, Gurmukh Singh Vich. Женщины просто чудо. Неужели они все были толстыми? I can't imagine. Everybody was fat? Sorry? No? Sorry? Everybody was fat? Yeah, everybody fat, yes. Я говорю, что все были толстые, что ли? All the ideal weights. Все, говорит, и все потеряли вес. He's 35. Ну да. 35 плюс. 35? 35. 35 килограмм потерял. And I'm 22. Она 22 килограмма потеряла. I'm so fat. Она была полная, да, я помню. I remember you. She also 25. 23. 23? Yeah. Oh. We lost, yeah. How many months? 5 months. 5 months. За 5 месяцев 23. And you, how many? 10 kg. 10 kg. For 5 months? No, 1 month. За один месяц? Везет же, девчонки. Здорово. Он сколько килограмм? 36 килограмм. Ну, вы вообще впечатляете, конечно. It's a shock. Yeah, not shock. Shock, да, шок. Yeah. Say hi. 36. 36. 36? 1.6. 36. Ого. 31 килограмм. Сколько? 16 кг. А он 16 килограмм потерял. Unbelievable. How many months? 3 months. За 3 месяца. Yeah. 3 months, 16. This is our Herbalife baby. Herbalife baby. I'm pregnancy. I lost 30 kg in 12 months after my C-section. This is my baby, 1 year old. Это ее ребенок, она 13 you lost. 13 или 30, yeah, total. 3-0. 3-0 in 12 months. Она за 12 месяцев потеряла 30 килограмм. Дантист, она стоматолог, да? And we also helping people internationally to get fit, healthier and happier. И они помогают еще в международных масштабах людям жить вот такой вот здоровой и счастливой жизнью. Вот они, вся эта группа объединена этими интересами Herbalife. All together have together. One... We are changed. Они очень поменялись. Я вам скажу честно, я знаю, I know you and him, and you change very much, because I remember you even 9 years ago. Да. Они были очень плотная пара. I lost only 3 kg. How many weeks or months? Within few days. За несколько дней она потеряла 3 килограмма. I achieved my ideal weight.
15 где-то дней, может быть. And you? 20. She lost 23 kg. 23 килограмма, да, она говорила, да. You want to lose? Now I can think about this. Before I not think, but now I meet this group and I shock. Она говорит, ты тоже хочешь потерять? Я говорю, ну я вообще не думала об этом, просто увидела вас всех и в шоке. Она говорит, я счастлива увидеть. Эти джи за сколько месяцев? За два месяца она потеряла 8 килограмм. Мне кажется, у нее лишнего-то нету. My transformation. Это его... Our whole team are amazing. Doing so amazing. 41 kg. Yeah. 41 kg. А он 41 килограмм потерял. 36 kg. Ага. Amazing result, amazing. Да, это невероятно. 112 килограмм был, стал 78. Yes, yes, it's amazing, really. Так. Show you my old photo. Я говорю, покажу свое старое фото вам. We are total 130 people here. Who lost? 130 человек. И вот они все. You have any problem? Any health issue? No. Mm-hmm. No, I only come like friend to Ranjit and Devi. Yes, yes. This is my old picture. Это его старая фотография. Посмотрите, говорит, какой у меня живот. Да, это тот же парень, говорит она. Totally changed, same guys. И этот вот говорит, посмотрите, как он сильно изменился. And wife, we met them now. This they come? Yeah, no, yeah, yeah. At other, we drink chai with them now. Пуза? Пуза, yes, yes. Пуза Батрая. Ой, они же вот только что с нами, мы фотографировались. Этот парень и девушка, девушка стройненькая, парень стройненький. А вот такие они были. Ого, very nice. Yes, nice. Yeah. I saw them now, they very slim. Я их видела сейчас, они очень стройные. А вы, Шаши, he went to toilet and after... Ну, весело тут они так живут. Thank you, very interesting. Yeah. Вот, Саши. Где? There is swimming pool and all people somebody who... Somebody tell me, I went bathroom and I looked nobody here. Uh-huh. I thought they will tell you. Yeah, but how would they do? They tell me everybody how many kg they lost. Big group, 135. Yeah. Большая группа. Let's go. Okay. Ranjit, I think he left. Ah, okay. Хорошо. Вот говорит, посидишь немножко и говорит, вот так же будешь. Хорошо, окей. А Саши меня защищает, она и так красива, мне она нравится. Это моя последняя. Да. Ой, ну красавчики, красавчики. Все стройные. Yes. Все похудевшие. Ой, in India we say
losing weight means no money to eat food. В Индии, говорит, мы говорим, потерял вес, значит, нет денег для еды. Thank you. Very nice. Пошли. Вот как раз эта девушка в белом платье. Окей, сио. Ну, пока что мы чужие на этом празднике жизни. Они сейчас едут на корабле, и у них будет ужин на корабле. Но мы с ними не поедем. Саши говорит, поехали с ними. Я говорю, я не хочу, пока Гербалайф есть. У них же вот сейчас вот они попили только горячую воду с какими-то там порошочками. Я-то выпила сок, пока сидела с ними. Ну, большая. Bye. Bye, bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Большая компания. Bye. Goodbye, goodbye. Интересно было увидеться. Я почему-то думала, что как-то уже закатилась звезда Гербалайфа. Я помню, это еще чуть ли не в 90-х было, что везде, везде, везде это пропагандировали, рекламировали. Я ни разу не пробовала. Да, я не могу ничего сказать. Ни плохого, ни хорошего. Но эта компания меня, конечно, впечатлила и вдохновила. Ну, но я не знаю, не на Гербалайф, наверное. Потом, когда-нибудь. Саша, видите, вот он, ему кто-то заикнулся. Давайте там вот ей, может быть, похудеть. Не надо, она моя последняя, она моя лучшая жена. Вообще не трогайте. Пусть ест, что хочет, пусть радуется, живет, как хочет. Я говорю, я не хочу. Он говорит, а я им сказал, я знаю, что ты не хочешь, и я не хочу. Я им вот так показал, говорит, вот так вот. Отстаньте от нас, от нее. Вот. С этими. How much, Кешунат? Килограмма 800, да, хорошо, да. 10 евро. Hello. Hello. Good evening. How are you? Fine. How are you? Recording? Да, recording. Россия. Россия. Чай, кофе, сэндвичи, омлеты, бир. Also beer. Да. И еще пиво, говорит, он говорит. Спасибо, спасибо. Ну ты подожди, не торопись, дай платьюшки посмотреть. Может, меня это скорее впечатлит присоединиться к этой прекрасной группе. Я не знаю, друзья, вот... Ой, какие красивые. Пенджабцы любят вот такое, вот большие. Мне очень понравилось то, что они семьями садятся как раз на разгрузку, потому что очень... на изменение жизни, потому что очень сложно, конечно, если жена, допустим, взялась за себя, там, или муж, а вторая половина не взялась. И я увидела, что у них они как раз очень дружно семьями поддерживают друг друга. Но я пока не готова. Еще хотела, друзья, вас спросить, у вас как отношение к Гербалайфу? У вас какой-то опыт есть? Позитивный или негативный? Напишите, пожалуйста, комментарий. У меня реально никакого опыта. Я просто помню, что в 90-х, кажется, у меня мама лежала в больнице, и мы к ней приехали, и там висело на двери объявление, типа того, что агентам Гербалайфа вход запрещен. Вот это все, что я помню. И еще в газетах было везде, там реклама «Шанс», там еще что-то. Было постоянно, что Гербалайф. Я про него ничего не знаю. Если вдруг у вас есть какой-то опыт, напишите мне, пожалуйста. Это очень интересно. Я скажу честно, вся эта компания мне очень понравилась.
Очень красивые женщины, мужчины, все позитивные, все веселые. К нам днем приходили Ранджит с Деви. Мы посидели, побеседовали, и мы сладости привезли. Они говорят, мы можем только маленький кусочек, вот прямо клюнуть чуть-чуть. Мы их угостить хотели, и они крошечку только съели.